В связи с наступлением устойчивой теплой погоды в лесах Московской области объявлен пожароопасный сезон. Действует он до 15 ноября. Соответствующее постановление подписано губернатором области Андреем Воробьевым. А потому силы и средства Комитета лесного хозяйства области переведены в режим повышенной готовности. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы. Особую опасность представляет пал сухой травы. Жители призывают не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор и не бросать непогашенные спички и окурки. Администрация Сергиево-Посадского округа напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 800 194 00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.